Он что, живой, что ли? Не может быть. Иначе как бы он стоял? Погоди, как ты вообще в мой разум проник? Не знаю. Может быть, я и в его голову смогу проникнуть? Нет, стой! Ты брала? Ты о чем? Ты так много рассказывала об организации и системе. Мне даже было немного страшно. А теперь я вижу, что все не совсем так. Слишком просто. Или нам повезло, что я не видим для охранников? Мне это уже не волнует, так как скоро я буду свободна. Ложь. Ты тоже ложь. Все не настоящее, ты меня обманывал.